А, мы защищаемся. Да. Я поставил защиту. Ворон. 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 Че, пешком идем или бежим, едем? Да, вам быстрее на машинке будет приехать. ЦПГ 150 штук, ребят. Что мы ставим на год на счет? Слушай, не учи. Да. Да прекрасно, слышь. Ну что, поехали что ли? Ну, в смысле, побежали? Нет, мы... нам здесь обороняться надо. Куда бежать? Скажите хоть направление. За магазином три цистерны, автоцистерны. Три автоцистерны. Там, короче, это... А, нам же никуда не надо, да? Ты его всегда позвал. И своих не закрывать теперь. Чем мы не проедемся? Вы там в группу Дельта, Альфа и Браво едете? Нет, я не знаю, они пешком бегут позади. А, ну хорошо. Все сели. Ну просто некуда призвать привезти по мере. Все сели, они все сели. Тут отталкиваешь. Я сесть хочу. Не уточнить не буду. Это калаш долбит? Да. Да. Ой. О чем долбит? Не знаю, но сейчас в мою сторону. Так у нас нету калаш. Пока никто не взял. Люди вот бегут. Глупые какие-то. Банзай, ты что ли? Я чуть вперед по дороге прошел к колонии. Возле машинок разбитых засел. Ни спину меня не маслянить. А в бензовозах есть патрон? Нет. Нет, ничего там нет. Школа ремонта приехала. Я сделаю, когда еще маскировку, я КПЗ поставлю к СССР, чтобы они подумали, что это одно из... Потом, кстати, трубы хотите взять? Нет, из этой фигни. Вы, кстати, либо в грузовик спадите, либо расстреляйте их все. Все, что ли? Кого сзади нет? Кого сзади нет? Не даю назад. Я ушел с своей позиции, не буду там стрелять. Лучше в голову полезть. Так, я если что захотел кашку. А кто на горе шар асфальт? Пока. Не очень заблокировал. Кстати, с маленькой травой меньше лагает. Что у меня не особо, я уже... А, ну... На лаге. Жарится. Я правее отойду. Ну вы подальше отгоните. Это достаточно отталкивающий триггер. Ворон, у тебя есть уникальная возможность проверить. Ровно один раз. Один раз. Давайте, стоим артиллерию, ребят, давайте тупо берем и стреляем. Они со стороны северо-востока идут. Как всегда через эту щель. Из
взяли, не дали человеку уничтожить, покончить с собой. Рэпид, ты ушел или там? Там же. Понял. Ворон всех убил? Да. С точностью наоборот. Спитер, не стреляй в своих, пожалуйста. Я не стреляю в своих, я стреляю вперед. Я сейчас, по-моему, мне кажется, я сейчас уайт какие-то взорву. Строей. К дереву вверх подползает свой. Север от бензоколонки стрелявший. Взять свой. У корня деревище, да, сейчас смотришь? Да свой там слышишь. Стреляли и тут, а придут, наверное, с запада, ой, на восток. Есть контакт со стороны юга, вышка, это самое. Лэп. На 60 противник был, на 62 пехотинца прошло. Лэп без проводов, которая большая, металлическая. В моей позиции, да, на 180. Может, я был? Че, серьезно? Кто через дорогу сейчас перебежал? Я. Да свои. Не пугай. Репит, мы будем по их атаковать или нет? Ну, если увидим, будем. Ой. Что за ой? Ты уверен? Над головой ракета прошла. Что говоришь, ПЗ? Ракета прошла над головой. Хоть еще одна также полетит. Не стоит. Не стоит. Враги говорили, у вас кто-то рядом. Куда поговорили враги? Крас-пулемет сейчас стреляет. Враг. Направление отца. Свои враг? ПКМ вражеский. А что? Направление откуда стреляют? 60 где-то? 60-40. Серьезно. Я же говорил, на 62 противника прошло. Я даже трассера вижу. Что-то я им не драгал. Петухи, наверное. Минус. Убил пулеметчик, справа, ребят. Справа. Свои. Кто здесь сидит, короче, за машиной смотрят? Репит, ты убил, да, кого-то? Я пулеметчик убил, ребят. Да, на вас за машиной, кто? Ну, там кто-то в беретке бежал, еще кто-то есть. Так, зеленки прямо на перекрестке бегают. Кто, свой? Нет. Человек на беретке, не понимаю. Человек бежит к нам. Он еще и выжил. Вы не забывайте, что эмки здесь опущены. Флэр? А, чё, это не я.
Репит, ты живешь? Репита убили. Плохо, да? Согласен. Кто? Здесь это был не я. Кидай в них гранаты, паскуда. Я в них FPG стреляю. Ас инфа, с Доник. Бонзай, живой? Да, жив. Чики. Жив. По мне. Дашь пулю? Это юго восточнее заправки. Ранили, перевязываюсь. Что тебе быть юго-восточнее заправки? Я там всех убиваю. С репита его, наверное, снял. Нет, я стою рядом с репитом, здесь никого нет, кроме меня, пока что. На восток от заправки двое пехов прошло. Северо-восток для вас. Паша живой? Да, да, да. Сейчас фланг зайду. Ты откуда им заходишь? Со своей же позиции старой. Где репит был? Понял. Тоже нанял. Тут походу там же никого нет. Вы учтите, что у них рация может быть наша. На перекрестке крутится возле меня. Если куешь, то я. Ложись, ССУ.
Короче, на перекрестке в деревьях. Труп кто-нибудь свой есть? Какого трупа? Труп кто-то лутает. Неизвестно, скорее всего, вниз. Справа за пригорками сидят куча. Туда не иду. Написал на карте. Синяя метка. Мой... Принял. На КВ. На КВ. Проверка. Слушай. Так, я пошел добивать, наверное, собью КВ. Давай. Если что, я юго-западный склон, со склона вниз смотрю на грузовики, если что, грохну кого-то там подойдет. Так, кто-то ползает на востоке от заправки, через дорожку. Рядом с машиной? Ну, не совсем, возле деревья такого, дерева большого, разве... Куркаюсь. Дорога идет наверх, которая... Понимаешь, мы просто не очень хотел пойти умереть. Ну, он это и сделал. Я только хотел проверить зону. Зона какая? Так не, он добежал, накрыл его и приняли. Как петухи не дали человеку. Он кричал, хочу умереть. Не мешайте. Кек. Че тут, 3 на 3 опять? Человек хотел меня полечить, а вместо этого спалил меня, и меня убили. Печалька. Почему в Мальборо тут зажат вообще? Можно как-то отвинить перевязку? Можно как-то? А, он вообще мертвый. Отвинь перевязку. Так, я Альта и даже не ранен, понятно. Что? Альта в 4 отменяет перевязку. Escape. Нет, он нормальный. Хо-хо-хо-хо-хо. Но в целом вот... А то это я вижу, там сидит в магазине и перевязываюсь. Да мне человек... Смотрю на него, ору, а вы в рацию, типа, все, прощай, чувак. Мне человек пытался полечить, и по нему стреляли, я кричал, беги отсюда, глупец, брось меня. Ну, стреляли по нему, убили меня, ясно. Тебя почти пытался полечить, правда? Я Тесси пытался. Но он стоял надо мной. Очнулся и... Мальборо. Он стоял надо мной, короче, и... Ой. Ох, Мальборо, хреново. Нет, он не выживет после такого. Ну все. Да нет, еще живы. Че, он, я влетел с пулеметом и просто зажав. Вся надежда на кочегара. Кстати, с маленькой травой нормально? Меньше лагает стало или... У кого-то лагает? У меня лагает, у тебя дефлэр. Да. Кто-то добил даже этого чувака. Кто его добил? Мальборо добили. А, это чеки убили. Да, мне кажется, это чеки брики, или чеки брики, где Тесса? А, у них свои противники. Чеки брики свои хвалят? Да не подлагивает. Просто между чеки брики и Тесси было... О, кочегар сейчас красоту будет делать. Они фикс, вроде. Между ними был Мальборо, и они там... Лучше бы второй взорвал, там бы сразу минус 2. Гранатами забрасывает, молодец. Кого только? Мимо. Зачем он? А, ТВР-ку взрывает. Тесса убил. Я свой вольнул. За что? Нефиг было честно убивать Мальборо, это был его килл. Это был его килл, понимаешь? То есть его, я его вырубил, он там ползал. Что здесь? Нет, понимаешь? Скины разные, реально. Дымовая граната. Стоит, а я
Ой, я звоню к тому человеку, где ему ломать бан. Да. Все ясно, так и знал, что такой вот. По-моему, грузовик. Че, дымы кто-то выключил? Нет, дымами ломают грузовики. Mm-hmm. Может, люди поймут, что там как бы... Да не баг, это фича. Обе, давай, да. Покажи, что это... Да. Это новичок? Это отстрел. Я за кочегара. Не, ну посмотрите, у них скины... За 3 грамма. Просто вот один белый какой-то чинам. Да, просто он тут на высотке стоял, а сзади приканец. А вы с пулемета просто с ПКМ расстреливал. В этой игре даже на сторону не смотрел. Какой-то чувак ползал, я не знаю, свой, не свой, но побежал с толпой. Попал, молодец, сутки сбил. Обе? Ага. А, или просто в руку типа попал. Тесси воюет не туда. Тесси лечится, по-моему. Нет. Он же вылечился. Тесси идет на север. Вперед. Давай сейчас найдет. А вы вообще просто зайти с пулемета, задавите пулемет, да все. А зачем тут грузовик есть? Ну да, он не знает, что там РПГшек до хрена. Ну, блин, из-за угла просто обстрелять. Вообще никак, вот я один вообще блок от грузовиков. Паша. Ну да, ты там один и был. Почему сегодня были такие плохие игры? Не знаю. Мне с ней от жопы ничего не осталось. Звезды сошлись. Чего не осталось? От жопы ничего не осталось. Ой, ты знаете, сколько там РПГ в этом в Урале стоит? 120 с чем-то оставил я. Так, сейчас будет. Сейчас будет на одну меньше. Сейчас вы такой. Видите, РПГ валяется, кто на земле, это я по вам стрелял. Сейчас он убьет. Куда? Кочегар, жив? Кочегар, ты за что? Кочегар? Не, он вам, да, он узнает. Блять, пиздец. Проснулся. Кочегар, ну нахуй. Ругаемся, извиняюсь, Паш, ты говорил, что не будут баны за мат? Да, будут, пора бы. Обязательно. Ну и чё? Мне первую очередь. Сколько там, 3 дня отпустит Звоник, который тот личный игрок отпустит, который он ведёт. Так и чё, всё же? Нет. Он с задержкой рубится специально. Нет, он ещё машину уничтожит с РПГ. Чё это они как-то сквозь здание? О, двоих убил. Ворона, значит, ага. Ничего же, кто-то убил. Как, чем я убил? Максимус. Примасленка.